Экспертный совет в новом составе. Наталья Ковалева в должности омбудсмена решила, что при ее работе без поддержки компетентных лиц никуда. А потому собрала целый экспертный совет, который будет помогать ей решать проблемы граждан. Первое собрание носит ознакомительный характер. Среди членов совета представители самых разных профессий – адвокаты, риэлтор, журналисты. За время работы нового уполномоченного в аппарат поступило 724 жалобы. Большинство из них касались жилищного вопроса, регионального здравоохранения и проблем ЖКХ. Достаточно много обращений по жилищно-коммунальной реформе. Это я не знаю, как объяснить. Люди приходят, они лучше уже чиновников в соответствующих службах работающих понимают, как идут начисления и где их обманывают. И они не могут доказать и так далее. И когда вот по кругу идут. Причем я хочу обратить на такой нюанс внимание. К нам, к уполномоченному по правам человека, не идут с первого раза, первый раз. К нам идут, когда пройдут все ступеньки, и вот ищут, и приходят, и говорят, вы по назначены президентом, вы нам должны защитить наши права.